Здравствуйте, друзья! С вами 3D News Daily, а это значит, что пришло время интересных новостей из мира высоких технологий. Ресурс 9to5Mac всегда держит руку на пульсе слухов о новых продуктах Apple. На этот раз птичка напела, что на следующей неделе компания собирается представить новые iMac'и с экраном диагональю 21,5 дюйма и разрешением 4K, если точнее, то 4096 на 2304 точки. Внутри моноблока мы обнаружим более быструю видеокарту, а также предустановленную OS XL Capitan. Сколько все это будет стоить и каковы технические подробности, пока неизвестно. Но портал уверен, что обновки поступят в магазины уже 13 октября. Эта неделя еще не закончилась, но уже выдалась очень жаркой для Твиттера. 5 октября в компанию вернулся ее основатель Джек Дорси, а на следующий день была запущена функция под названием «Моменты». Она представляет собой ни много ни мало переосмысление того, как обычные люди пользуются сервисом микроблогов. «Моменты» — это новая вкладка в меню, в которой пользователь может в реальном времени следить за развитием тех или иных сюжетов или просматривать уже завершенную хронологию. Вы выбираете желаемый момент и видите в своей ленте связанные с ним твиты. При этом подписываться на отдельные аккаунты не нужно. Все твиты для моментов отбираются кураторами вручную. Сейчас этим занимаются как сотрудники Twitter, так и сторонние издания-партнеры, включая BuzzFeed, Mashable, NASA, New York Times и другие. Одни издания полагают, что моменты могут ощутимо повысить посещаемость Twitter, другие сомневаются в перспективах развития функции, основанной на ручном отборе контента. Так или иначе, попытки руководства сервиса увеличить число активных пользователей будут продолжаться, и сейчас моменты выглядят самой многообещающей из них. Вчера мы рассказали любителям фитнеса и активного отдыха о новой версии смарт-браслета Microsoft Band, а сегодня пришло время умного предмета одежды. Компания Lumo представила шорты, которые помогут бегать правильно. Небольшое устройство, зашитое в пояс, собирает различную информацию о вашей динамике, такую как ритм, длина шага, движение таза, продолжительность контакта стоп с землей и так далее. Все это отправляется в приложение Компаньон, которое, простите за каламбур, на бегу дает советы об улучшении техники и то, как избежать растяжения мышц. Шорты поступят в продажу весной, а пока можно сэкономить, оформив предзаказ. Мужская версия Luma Run обойдется в $99, а женская в 119. Надеемся, воинствующие феминистки не съедят ребят за такое вопиющее игнорирование идеи равенства полов. Больше новостей ищите на 3dnews.ru и не забудьте подписаться на наш канал. До встречи, друзья!